Второй день работы закончен. Из того, что имелось в хозяйстве, удалось поставить, пока не выравнивая, раз, два, три, четыре столба из разных материалов, из разной трубы. Какие-то трубы пришлось, две трубы пришлось наваривать. То есть вот тут виден шов. Вот виден шов. Пришлось наваривать, чтобы получилось на земле 1,5 метра полную ширину сетки. Завтра привезут несколько столбов. Раз, два, три, четыре осталось поставить. Здесь мне пришлось ставить вот этот столб. Тут стояли. Под конструкцией еще тут вот я сделал, что успел сделать. Приготовка под ферму. На ней будет обрешетка. То есть вот так. Обрешетка наварена тоже из трубы 20 на 40. На ферму придется. А тут ферму не надо, тут прочно станет. А вот здесь где-то по центру придется, наверное, еще столб один туда вкатывать. С этим столбом соединять ферму. И вот еще один у меня столб вышел как раз на жуткие заросли сирени. Вот я вырубал сирень, удалял часть корневища, бурил, поставил столб. Тот столб, который стоит вот под проводами, мы тоже используем. Приходится одному, напарника нет. Ни одного, ни второго. Так, тут вот тоже навалено к этому столбу балка, основание для вот таких вот косых лагов, так, на которые даже чтобы приварена будет обрешетка. Так, это все не второй день. Ну, здесь я спилил со старого какого-то косяка калитки петли. Осталось вот здесь. Вот эти вот. Какие-то проволоку какую-то. Тут тоже проволоку спилил. Ну, пока все это забито просто по уровню камнями. Бетонировать я не стал, по-моему, она и так будет крепкая в результате. Ну, сейчас это понятно, сейчас вот тут еще не очень даже забит. Главное, что они по-моему стоят.